Хей-хей-хей, народ, с вами Роджин. Знаете, что я заметил по YouTube аналитике? А все дело в том, что смотрит меня 90% без подписки, а это 4500 уникальных пользователей и 500 подписчиков, если быть точным. Может, конечно, и меньше, но... Бро, ты не ленись, подпишись. Нас бы было уже намного больше. А если вы все-таки пришли за годнотой, то это новая рубрика «А вы знали что?» Выпуск 1, 5 малоизвестных фактов, конкретно о Stronghold Crusader. И мы начинаем. А вы знали, что на большое количество стрелковых войск может выйти лорд? Да, представляете, было такое. Я рассказывал в одном из скоростных прохождений недавних, что действительно на большое количество воинов, это около 30 там примерно, причем любых, пращников, лучников, арабских лучников, конных лучников под щитами, выходит лорд. Да, конечно, здесь у меня не особо удачно получилось вам показать на миссии покинутые. Тут кабан нормальненько так перебил моих лучников рукопашным своим войском, но если под вашими лучниками стоит рукопашное войско, то вы, лорд, который выйдет убивать этих самых лучников, встретится с не очень приятными последствиями. Работает это на ботах только когда у них замок не достроен. Если замок достроен, это уже не работает. А вы знали, что в Стронгхолде учитывается высота воинов, стоящих на стенках, стоящих на плато и так далее? Ну да, логично, вы это знали. Но, а вы знали, что если воин поднят на одну лестничку, высота его по сравнению с наземным воином не изменяется. Но если он поднят на две лестнички, высота изменяется. И лучники уже дамажат друг друга намного меньше. То есть, например, европейские лучники, находясь на двух лестничках, они расстреливают трех арабских лучников. При этом, если они находятся на одной лестничке, арабские лучники перестреливают их просто в нулищу. Все тоже про высоту. А вы знали, что низкая стенка равна по высоте высокой стенке? Да, это вроде бы странно звучит, но лучники, что с низкой стенки, что с высокой стенки, дамажат друг друга абсолютно одинаково. Нет никакой разницы вообще по высотам. Ни в низкой, ни в высокой стенке. Но зато я пошел дальше и исследовал все это дело на плато. Возвышенность с низкой и с высокой стенки убивается одинаково. Но при этом, если мы лучника ставим на плато, он абсолютно имеет одинаковую высоту с высокой стенкой, но различается с низкой стенкой. Звучит странно, но это так работает в Стронгхолде, да? А вы знали, что боты вам могут высылать деньги? Это происходит при условии, что бот находится под атакой, и он просит помощи, и если вы эту помощь ему долго не приводите, я привел пример с крысой, то бот вам просто начинает высылать деньги, которые у него имеются. При этом действительно большие деньги, обычно по 10% от всей суммы. И вы на эти деньги можете нанять войско, помочь ему или не помочь ему. Можете сделать осторожненько, ну, такую небольшую армию, чтобы она ему помогла, но при этом сосать с него деньги. И тем самым вы будете иметь неплохие дивиденды. То есть у вас, например, вы играете 3000 против 40 тысяч, у вас кто-нибудь есть в союзниках, и если этот союзник не растратил абсолютно все, он вам обязательно вышлет денег. Заметьте, какой-нибудь калиф будет с неохотой высылать вам деньги, какой-нибудь волк также, какой-нибудь саладин абсолютно также. Но если у него нет возможности поставить арабский лагерь или же каменную казарму для волка, то высылать деньги они будут в разы охотнее. Ну и последнее. А вы знали, что стрелковое войско имеет неплохую ударную силу в ближнем бою? Знаете, я, конечно, может, сейчас говорю довольно известную вещь, но поймите меня правильно. Пращники равны по атаке обычным европейским лучникам. Обычные европейские лучники равны по атаке арабским лучникам. А арабские лучники равны абсолютно по атаке арбалетчикам. Ну и замыкающее звено — это конные лучники, которые чуть-чуть сильнее атакуют, чем все вышеперечисленные лучники. Я вам больше скажу, даже огнеметатель атакует так же, как примерно арбалетчик, лучник, арабский лучник и, соответственно, пращник. Все, что у них различается, это только их бронирование и количество хелспоинтов. Из-за того, что у арабского лучника хелспоинтов немножечко больше, то он атакует немножечко, соответственно, лучше и дерется немножечко лучше. Пращники дерутся ровно так же, как европейские лучники.
То есть, наняв огромное количество прачников, если у вас нет производства луков, вы, в принципе, можете уничтожить любого соперника, и ничего страшного не будет. Стронгхолд выигрывается как? Правильно, массовостью. Вот эту массовость вам обеспечат прачники. Прачники могут, скажем, в количестве 160 штук взять, напасть на лорда и уничтожить его. Только потому, что их 160, они под щитами, и действительно, они очень неплохо дерутся в рукопашку. Ну, а я уже говорил, с помощью чего это достигается, с помощью бага на размещение в одной клетке очень огромного количества воинов, и вот эти прачники становятся просто невозможной силой, которая действительно уничтожает все и вся. Ну, а на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравился пилотный выпуск. А вы знали что? С вами был Роджин. Не забудь подписаться, бро. Не ленись. Ставьте лукасы. Пишите комментарии. Ждите новых выпусков. Ну и до встречи, ребят. До следующего выпуска.